Здравствуйте, это кулинарный канал Татьяна о еде и не только. Сегодня я поделюсь с вами рецептом своего зимнего согревающего напитка. Это напиток на основе лимона, имбиря и меда. Я его пью все холодное время года. Готовлю его заранее небольшими порциями, храню в холодильнике, а по необходимости заливаю кипятком и пью. Значит, для приготовления этого напитка я возьму 2 лимона, имбирь и мед. Если у вас аллергия на мед, вы можете его заменить сахаром. Конечно же, лучше, если это будет коричневый сахар и необработанный, но белый обыкновенный сахар тоже подойдет. Значит, лимоны и имбирь я перекручиваю на мясорубке один раз. Если вы боитесь горечь лимона, значит, снимите цедру мелкой терочкой, очистите лимон от белой мякоти, а серединку лимона перекрутите с имбирем на мясорубке. Таким образом, вы уберете горечь лимона из этого напитка. Но меня эта горечь не пугает, поэтому я перекручиваю все вместе, добавляю мед и хорошенечко все перемешиваю. Полученную массу я перекладываю в баночки. И эти баночки храню в холодильнике. Обычно такого количества заготовки мне хватает примерно на неделю. По необходимости не надо доставать лимон, имбирь, мед, все это тереть, перетирать, перемешивать. Вы просто достаете баночку из холодильника, накладываете пару чайных ложечек напитка, заливаете его кипятком и пьете. Просто, быстро и очень удобно. Иногда для аромата я кидаю соцветие аниса. Никакой особой пользы он не принесет, но запах дает чудесный. Надеюсь, вам пригодится мой рецепт витаминного зимнего напитка. Берегите себя, на улице холодно, одевайтесь теплее. Спасибо за внимание. Жду от вас комментариев, лайков и новых подписчиков. Ну а я иду готовить для вас новые рецепты.